Короче, всем привет. Да, это я, снова я. Новая дата оплаты налогов перенесена на 30 октября. Ура, возрадуйтесь. Между прочим, сейчас звонили прямо прямиком из налоговой. Ух, говорят, ребят, все, что у вас недоплачено, у меня там висела небольшая сумма оставалась. Ну, я уже записывал там ранее видео. Блин, прикольно. До 30 октября, поэтому предприниматели, возрадуйтесь. Вот. Кстати говоря, кто не получил субсидию, можете получить еще в этом месяце, хотя бы за этот месяц. На самом деле я немножко протупил, я думал, если у вас долг к 14 марта, то вы типа вообще не можете получать ее. А на самом деле можете, просто надо закрыть этот долг и подать заявку. Но это еще не точно. Как всегда, сами понимаете. Субсидия там что-то 12 косарей, но это бы уже закрыло все, что нужно. Сами понимаете. А с вами был Николай Шахматный. Не болейте.